С 3 числа в четвер у меня спынили сотрудники ДАИ. Беспоставно спынили, потому что они вымашили, что я ничего не порушил. Водину притримали, отпустили меня. Потом догнали снова, когда я съехал с проспекта, ну, где не было так людно, где не было. У нас были журналисты. И подманом, можно сказать, меня вытянули с машины. Посадили все сопротивники ДАИ в мою машину и отвезли в РАУС. Я решу, что абсолютно это была незаконная, я не буду это назвать, операция, потому что меня не подломашили. Чому меня спынили, чому меня забрали мою машину, не подломашили моих правов, ничего. То есть я пытался, в пятницу на выходные пытался мне дотелефоноваться в московский РАУС. Отказу не отримал, никаких паперей не отримал. Они забрали по-першему, забрали этих паспорт, ключи, машина, ну, каперти это не запечатали, то поки они там запросто могут сириться и что-то подкинуть, и поставить GPS, этот трекер, как он называется. И зараз мы составили скарги. Одну скаргу 3 месяца на поезде сразу в администрацию Московского района, прокуратуру Московского района и ДАИ.